Всем привет, вы на канале Саратов HD. Я иду с микрофоном гулять. Так, тут темно, его не видать. Микрофон побежал ссать. Наш Митрофан любит много поссать. Эй, Митрофан. Еще он любит с утра тоже много посрать. Но при этом поднимая лапу. Смотрите, как он много срет он. Прям на лопух, чтобы сразу им подтереться. Все. И довольный, радостно побежал дальше. Митрофанушка International. Да, и посмотрите. Луи Виттон тоже портится. И его приходит на мусорку. Наш Митрофан только что поел творог, и теперь все лицо у него в твороге. Он у нас стеснение с отворачивается. Бежит наш Митрофанушка. Митрофанушка. Пошли, Митрофанушка, я тебя буду вычесывать. Потом покажем, сколько тебе меха вычесано. Митрофан. Сюда. Конечно, ты особо не любит это дело, занятие, но иногда и надо это сделать ему. Ладно, сейчас в следующем видео коротком покажу я вам. Вот, я уже сколько вычесал. Вот, видно, наверное, да, вот так вот лучше будет. И это еще не все. Продолжаем чесать. Вот, смотрите, какой у нас пес большой, высокий, что аж даже на целиком не помещается в кадр. А ему-то всего один год. Да, Митрофан? Митрофанчик, немножко почесали тебя, а то он все, наверное, не вычесали, блядь. Да, тряхнется немножко. Эй, Митрофан, иди сюда.
Митрофановы штаны во все стороны равны. Что ты нашел-то? Фу, пошли нехер жрать, пошли, пошли. Нехер жрать, пошли, пошли, пошли. Голубь дохлый лежит тут. Все, пошли. Все, взяли, пошли. Пошли сюда. Куда побежал-то? Ладно, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Вы были на канале Саратов HD. И с моим псом Митрофаном. Не забываем подписываться, ставить лайки. До новых встреч.